Правительство Мурманской области планирует принять постановление, которое предусматривает установление платы за посещение природных парков и заказников регионального значения для граждан, не проживающих в Мурманской области. Сделать посещение платным планируется с 1 июня. Сейчас проект постановления размещен на сайте «Открытые электронные регионы», проходит стадию обсуждения. Жители Мурманской области смогут посещать такие территории бесплатно при наличии подтверждающего документа. Полный список, размер платы и перечень всех льготных категорий размещен на сайте Минприроды Мурманской области. Получить разрешение на посещение, оплатить проход можно на туристическом портале Мурманской области в разделе «Природные территории». Полученные средства будут направлены на развитие инфраструктуры природных парков и заказников. За нарушение режима предусматривается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.